Итак, дорогие друзья, здравствуйте! С вами вновь Николай Лысков. Сегодня у нас очень интересная тема, которая может изменить жизнь каждого из вас в лучшую сторону. Многие из нас, мы живем по инерции. Делаем то, что нужно делать не нам, а другим. Но когда вы останавливаетесь и задаете себе вопрос, почему я нахожусь именно там, где нахожусь, что привело меня сюда, и ответом будет ваши действия. Только ваши действия и ваше мышление привели вас в ту ситуацию, в которой вы сегодня находитесь, на тот уровень жизни. И когда вы это поймете, проникнетесь этим, осознаете, что именно вы, ваши мысли и ваши действия приводят вас туда, где вы находитесь. И поэтому вы всегда можете изменить вашу реальность. Вам всего лишь необходимо взять на себя ответственность за вашу жизнь, задавать себе вопросы постоянно, что я должен сделать, чтобы изменить свою жизнь, и исследовать этим ответом. Вы эти вопросы должны задавать только себе, ни соседу, ни другу, ни родственникам. Все хотят вам добра, кто-то хочет зла, и, конечно же, у вас будут люди, которые дадут вам совет, и этот совет может привести вас совсем не туда, куда вы хотите идти и где находиться. Поэтому всегда задавайте этот вопрос себе. Выберите соответствующую обстановку. Желательно, если это будет какое-то тихое место на природе, где вы сможете уединиться, подумать и задать себе вопрос, что мне нужно сделать, чтобы изменить свою жизнь в лучшую сторону. Какие действия я должен предпринять? И ждите ответа, он обязательно последует. Он последует изнутри, из вашего подсознания. В нашем мозгу столько ненужного хлама, и мы очень часто опираемся на него и получаем не те результаты, о которых мечтали. Получив ответ, следуйте ему. Делайте те действия, которые подсказывает вам ваше подсознание. Посмотрите на себя как бы со стороны и задайте такой вопрос, что нужно сделать этому человеку, чтобы его жизнь изменилась к лучшему. Наша жизнь – это большой театр, большая сцена, а мы все, мы играем эту жизнь. Мы ее проигрываем, живя в этой жизни, наблюдая эту жизнь. И вы можете сами создать свой сценарий жизни и воплотить его. Многие люди так и делают. Они сами режиссеры и сами актеры в своей жизни. И не надо бояться, кто что о вас подумает. Всем далеко наплевать на вас и на то, что вы делаете. Каждый занят своей жизнью, своей игрой. Вы режиссер и вы актер. И когда вы это осознаете, вам станет легче. Вы поймете, что вы сами можете срежиссировать свою жизнь и прожить ее как бы на сцене этого огромного театра под названием «Жизнь». Но вы в этом театре не только режиссер, актер, но вы также еще и зритель. Вы режиссируете эту жизнь, вы ее играете и вы ее наблюдаете. Это так здорово – наблюдать свою жизнь. Не жить по чужому сценарию,
не делать те действия, которые от вас требуют другие, а жить по своему сценарию. Здесь кроется залог успеха. Вы никогда не сможете навредить сами себе. Но когда вы живете эту жизнь по чужому сценарию, в этом случае вы страдаете. Вы делаете не то, что хотите, а то, что требуют от вас другие. Итак, дорогие друзья, за несколько простых шагов вы можете изменить всю вашу жизнь, и она заиграет новыми яркими красками. Удачи вам, мои дорогие! Всего вам доброго!